Эвенкийская группа программы «Геван» начала свою работу в нынешнем телевизионном сезоне с поездки в школу «Арктика», которая находится в городе Нерюнгри. Эта школа – единственное в России общеобразовательное учреждение для детей коренных малочисленных народов Севера, называется «Экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля». В 1999 году, в такое сложное время для нашей республики и в целом для всей страны, все-таки было принято решение открыть такую школу. А в честь того, что в том же году в Якутии впервые отмечался год Арктики, ее решили назвать школой «Арктика». С тех пор прошло ни много ни мало уже 25 лет. За это время школа «Арктика» стала известной и престижной школой, куда стремятся попасть дети-северяне. С момента образования школы работает здесь знаток эвенкийского языка и культуры, заместитель директора по языковым проблемам Клавдия Иннокентьевна Макарова. Первый директор нашей школы Виктория Петровна, конечно же, очень много сделала для того, чтобы наши дети здесь хорошо жили и учились. С первых дней началась работа по возрождению, сохранению языка родного и культуры народов Севера. Уже на открытии нашей школы мы видели яркое выступление вновь созданной фольклорной группы «Лярдо». Мы услышали мощное горловое пение одного из первых учеников Тымкель Максима. Наш научный руководитель Венера Петровна сразу же в первый год отправила нас в этноэкспедицию по местам Байкало-Амурской магистрали. Мы с детьми побывали в Северобайкальском районе Бурятии, в поселках Нижний Ангарск, Уаян, Холодная. И местные жители Эвенки, может быть, они впервые слышали, как наши дети исполняют песни на эвенкийском, на чукотском языках. Потом, через 15 лет, эстафету подхватила нынешний директор Мария Николаевна Руфова. В школе «Арктика» я работаю уже 9-й год директором. До этого я работала в системе образования Алданского района, работала в Угаянской средней школе, работала в Хатастырской школе. И с особой гордостью я всегда рассказываю, что работала после окончания университета, работала в малокомплектной кочевой школе, исполняющей обязанности директора. Там у нас было 20 детей, дети оленеводов и охотников. Вот этот момент, это в 90-е годы было. Была такая школа замечательная, родовая община. Был у нас там и садик, был интернат. И вот это вот становление у меня как педагога, как руководителя началось именно в 90-х годах. Вообще система Алданского района, система образования, вспоминаю своих коллег с особой теплотой. Потому что особый такой вклад, особый такой багаж опыта, да, педагогического, руководящего я получила именно в Алданском районе. У меня был замечательный начальник управления образования Алданского района Алексей Степанович Чакулаев. Это вот такой человек, за которым можно было идти. Человек, который всегда помогал, всегда мотивировал, всегда поощрял, всегда хвалил. И вот благодаря, скорее всего, таким вот руководителям мы росли тоже как руководители, как педагоги. А особую благодарность я тоже хочу сказать педагогам Золотинской школы-интернат имени Глафира Макарина Васильевича. Там тоже произошел мой рост в профессиональном уровне, просто как человека, потому что все-таки атмосфера Эвенгри, она настолько прекрасна, от нее прямо заряжаешься. Это все-таки мое родное село, где прошло мое детство до 4 класса. Потом мы уехали всей семьей, переехали из Эвенгри. Но я всегда вспоминала свою родную Золотиночку. Школа «Арктика» для меня, конечно, это тоже очень большой опыт и очень большая честь. Потому что все-таки школа необычная, уникальная, потому что здесь учатся дети не из одного села, приезжают со всей республики.
не только республики, но и из регионов. Амурской области, Красноярского края, Хабаровского края. Раньше учились дети из Бурятии, Забайкальского края. И вот это вот дает еще большую какую-то ответственность. Вот когда чувствуешь, да, что ты действительно на ладони, как на ладони перед всей республикой и перед всеми регионами, где проживают наши сородичи. И это вот такое чувство ответственности, которое всегда с собой и днями, и ночами. Потому что родители доверяют самое-самое ценное. Отправляют издалека. Мы все знаем, да, в каких условиях живут северные арктические районы. Билет стоит около 40-50 тысяч в один конец, например. Родители отдают все, чтобы ребенок приехал в эту школу и получил хорошее, достойное, качественное образование. Мы получаем такой мощнейший заказ от родителей. Поэтому я всегда своим педагогам говорю, на нас двойная ответственность, потому что родители далеко, потому что они отправляют там своих детей, а мы должны сделать все, работать на 100%, чтобы оправдать доверие республики, доверие регионов. Школа, да, уникальна. Но тут хочу сказать, школа не только, вот как всегда говорят иногда, да, школа для одаренных детей. А я хочу сказать, школа для простых, обычных детей. К нам приезжают такие дети, у которых действительно иногда базы бывают слабоваты. В районах, мы знаем, в северных районах всегда не хватает учителей. Вот приезжают дети, и родители их отправляют в надежде, что они тут получат более качественное образование. А я лди Вигарь Бифиманна. Кумакантук виби эвэдэ стихилвэ тангдэви аяунам. Николай Йогер, а летит Немтушкин стихилвэтын. Тадук прозово фольклордук танигнам. Николай Айогер, Саваки. Саваки, сегодня мы дингас. Упкат тагальсинава энгидера. Окира идвул ади дингас. Илкал, сыне упкат энгидера. Дюмудериду колобот бедян. Тунготочоду колувун диокол. Уммудериду пират чургидедян. Моргодериду урун масимучувкол. Сонгодерива анчан мотосикл. Олукэнди укумнит бекал, Эмкадуви анин металки чадан. Кэ, ваги, иду таканчи данны, Омалгиду гунатиян селбаткал, Оранду вдарачаду, толды данны, Лавик татмосаду ичавдакал. Упкату лэлду сынкенеси аникал, Дылача упкату и нелядан. Миндуга ваги, хоктоя всебугал, Упкачин дунне ултандедан. За то время, что существует школа «Арктика», мы тоже бывали здесь не раз. И каждый раз, приезжая сюда, поражались тому, как школа «Арктика» развивается, достигая больших успехов в обучении детей. И встречали нас всегда тепло и радушно. И на сей раз ученики показали нам фрагменты своего любимого праздника «Бакалдын», который традиционно отмечается с началом учебного года. Этот праздник означает для детей, приехавших из разных мест, начало новой жизни. Бакалдын начинается с торжественного парада. Руководитель и основатель школы «Арктика». Их мама Макусала, учитель учителей, ветеран труда Республики Саха-Якутия. Аэнитова Екатерина Алексеевна, учитель математики и писатель. И, конечно же, поздравления в честь праздника. Менду кунагар, менду алагумнил, менду, дорогие друзья, дорогие наши дети, родители, гости, поздравляем вас с этим замечательным первым снегом. С началом нового учебного года пускай наши добрые духи севера всегда сопровождают нас в учебе, в наших делах. И что всегда у нас все было со-аят. А теперь песню благопожелания на новый учебный год для вас исполнит народная певица эвенкийского народа Маргарита Степановна Кириллова.
В школе «Арктика» дети знакомятся с обычаями, традициями, обрядами своих народов. И, возможно, только здесь они начинают осознавать свою причастность к своим этносам. Самый известный и самый любимый всеми обряд – обряд очищения Чичипкан, который плавно перетекает в другие обряды. Мы хотим в детях своих сформировать крепкий, сильный стержень внутренний, чтобы они потом стали достойными людьми наших народов, чтобы они продолжали нести гордое звание арктиканца и заняли достойное место в жизни. Здорово, меня Горбив Валера. Бит откиту Арктика тачам. Бибам нактук ММ Амурской области тук. А летет ним Птушкин, хоктол. Кете-кете дуннаду хоктол, экун царин и думудантин. Кете-кете дуннаду тагел, он энефкил инмен нартин. Делкавел хоктовар мэни варсаре, улукил чапаел овкил молду. Элабиду на линга надем. Энесаре, хактов мини иду. Хактол халтен чивир дера, халтен бивкил нугнил. Хактол, хактол хукледере, а вадыка мини. А затем дети с удовольствием показали концертные номера. Thank you.
Ура! Йопот! Да-да! Йопот! Эй! Оман! Йор! Илан! Диген! Туна! Нюмон! Надан! Йопот! Почетные гости праздника – Бакалдын Ольга Борисовна Максимова. Меня со школой «Арктика» связывает много. Здесь училась моя дочь Зоя, потом учились внуки мои Сергей и Владимир. Школа «Арктика» очень замечательная. Здесь как одна семья. Весь коллектив старается заменить родителей, семейное тепло дают детям. Очень хорошо. Хочется пожелать школе «Арктики» также процветания, чтобы количество замечательных преподавателей еще увеличивалось, чтобы дети росли, чтобы дети продолжали династии своих родителей, которые педагоги. Хочется пожелать благодарных учеников, чтобы они могли принести что-то, свои достижения, порадовать своих преподавателей, и чтобы преподаватели очень гордились своими учениками. Я хочу в благодарность всем учителям рассказать стихотворение, которое я посвятила именно учителям. «Учитель, словно колокол звучит, в душе у каждого, с кем в жизни повстречался, и ученик ваш стал уж знаменит. Благодаря всем вам он в жизни состоялся. И многие ученые, врачи, геологи, строители, поэты в различных уголках нашей страны уроки ваши помнят и советы. И мы вас искренне за все благодарим, за знания, что дали нашим детям, и то тепло, что в сердце мы храним. Пусть согревает каждого на свете». Бакалдын традиционно заканчивается любимыми хороводами. И хорану, идем!